Так, а какие таланты вы в основном встречаете на шоу талантов? О, дети всегда приходят с сумасшедшими выступлениями на шоу. С сумасшедшими? С сумасшедшими как что? Как креативными. Бинго, Кэрри! Ну как, привыкаешь ко всему, рыжая? Потому что выглядишь безумно пугливой. Мда. Все равно мне и Джеки надо готовиться к пробам. Ага, студенты, вероятно, ждать не будут. Ага, я поняла намек, рыжая. Но дай мне знать, если ты почувствуешь, что хочешь получше узнать о своем новом доме. Это место намного больше, чем то, что ты уже видела. Даже и не думай, меховой мешок. И что это должно означать? О, как... Фэбиан! У тебя есть желание помочь мне и Кэмерон судить на пробах? Мы же с тобой знаем, что у тебя припасено достаточно зачатков талантов. Ну, я... Я бы с радостью. Но боюсь, что не могу. У меня остались бумаги необработанные. Я надеялся пригласить мисс Кэмерон на чай. Оу, потише, парень. Она новенькая, не пытайся заниматься подобным так скоро. Ты обижаешь меня, Джеки. Нет, я серьезно хотел поговорить с тобой о мире людей. Какой он сейчас? Ой, нету времени, мы опаздываем на пробы. Удачи, дамы. Надеюсь, встретимся с тобой за чаем, Кэмерон. Пока, Фэбиан. Этот лис только что втрескался в меня? Да, так и есть. Ой, боже, что здесь происходит? Еще раз говорю вам, пожалуйста, уйдите со сцены. Да ладно, вы даже не видели мое выступление. Это нечестно. Мне не нужно видеть выступление, чтобы знать, что вам нечего предложить. Зачем вы это надели? Вообще-то, я бы с удовольствием посмотрел... Следующий. И что это за неуклюжая показуха? Маккензи? Густав, что здесь произошло? Оно упало. Ох, Кензи, снова. Родная, ты продолжаешь... Эх, это происходило раньше? Похоже, это происходит каждый год. А это кто? О, упс, я вас не познакомила. Это Густав, он мой бывший студент, и он регулярно приходит помочь мне в качестве судьи на пробах. Гутен так. Ты человек? Змея. Это хуже, чем птицы. Кто следующий? Новенькая, Сахара. Для моего выступления я продемонстрирую традиционную магию. В моем рукаве ничего. Бойл, тойл, нет проблем. Гори огонь, вари котел. Эго вогон от капец. Магнус эт супер натуралис. Вени форес эт от стенде нобис фолгента йорем колор. А, да ладно, серьезно. Следующий. Да где же она? Эй, Сахара, ты не видела Кайлу сегодня? Я сказал ей встретиться в 8, и она обычно никогда не опаздывает. Чувак, встретиться где? Ее здесь нет. Она недавно говорила, что пропустит пробу в этом году в связи с вашей годовщиной. Не может быть. Ты ведь не забыл о вашей годовщине? Как будешь выкручиваться? Кайла! Зил, а что тебя так задержало? О, ну видишь ли, я вроде... Неужели ты забыл? С годовщиной, ангел! Зил, ты знаешь, как тяжело меня расстроить. Я могу простить опоздание, но трехлетнюю, и ты забыл. Это расстраивает меня. Кайла, Кай, прости меня! Мне нужно время, чтобы прийти в себя. Кайла? Зил? Про, ты в порядке? Он так сломлен. Так сломлен. Итак, как прошла неделя в заперти, а, Джекстер? Зил, ты знаешь, Кай всего лишь сильно рассердилась. Она успокоится, и тогда вы помиритесь. Я забыл нашу трехлетнюю годовщину, чувак! Один из самых важных дней ее жизни, и я забыл его! Она возненавидит меня навсегда! Хе-хе, неудачник. Эй, оставьте свою мыльную оперу за классом, хулиганы! Простите, мисс Сид. Серьезно, Зил, это Кайла. Я сомневаюсь, что она останется на тебя зла.
Три года! Один день! Вау, Кайло, с тобой сегодня все в порядке? Я в порядке! Здесь слишком тихо. Кэмерон! Как дела? Как поживаете? Пугать меня входит в ваши обязанности, что ли? Мы не виноваты, что ты такая пугливая. Да уж. О, кстати, о пугливости! Буквально на днях я видел кролика, разговаривающего во вселенной. Понимаешь, если вселенная и вправду бесконечна, то это означает, что буквально все возможно, и по факту происходит где-то во вселенной. Подумай об этом. Неважно, насколько маловероятно какое-то событие, ведь если вселенная бесконечна, то если посадить обезьяну перед печатной машиной, то по теории вероятности она в конце концов напишет все работы Шекспира. И в этом есть смысл. О, мой. Кэмерон? О, Брутис, ты напугал ее до полусмерти. Ты в порядке, Кэ? Не ешь меня! Я не собираюсь тебя есть. Меня уволят. Я просто шучу. Не желаешь что-нибудь выпить? Вот, держи. Воды? Чего? Никогда не пила из походной фляги раньше? Нет, вообще я часто ходила в поход с мамой. Но потом она умерла. Вау, прям путь неудачника, Кэм. Я просто пошутила. Моя мама тоже мертва. Серьезно? Угу. Мне жаль это слышать. Не, все нормально. Это жизнь. Ага, думаю, да. Так, а что тебя привело в мой класс? Перси, Малком, я просто... А какой предмет ты преподаешь? Исследование живых существ. Ага, эти оба никогда не знают, когда нужно заткнуться, не правда ли? Этот Фэбиан! Тебе стоит его избегать! Он блоха, кусавшая бродяг! И я бы не сказала, что вот так всегда набрасываюсь на новеньких вроде тебя. Ага, буду знать. Что это такое? Это? Да! Это череп старого бурлока. Это подвид огра. Вроде вола... Я полагаю, ты никогда не видела или слышала о них раньше. Ага, и у меня нет желания знать. Слышала, тебе понравились рыбы мира? Так их называют? Угу. Они духи природы. Духи? Угу. Вот блин. Эй, духи природы существуют и там, откуда ты приехала. Просто они не показывают себя. И как ты думаешь, кто такие рыбы мира? Они эссенция мира и проявляются ночью, чтобы сигнализировать о том, что сейчас все в порядке. Значит, здесь сейчас мирно? Да, ну, по крайней мере, здесь, в городе. Я бы хотела также говорить о районах. Что это значит? Ты вскоре обо всем узнаешь. Так как прошел день проб на шоу талантов? Хорошо. Кайло? Мне так стыдно, Кайло! Пожалуйста, прости меня, малыш! Кайло, пожалуй! Личное пространство! Кайло, пожалуйста, я оплошал, мне так стыдно! Ты заслуживаешь большего, и я... Просто... Я... Прошу, прости меня! Я не могу потерять тебя из-за этого! Ха-ха-ха! Падайте в страхе, дети крестьян! Или узрите устрашающий гнев Хорисса! Я вызываю тебя на дуэль силы и ловкости! Ага, у меня реально нет для этого времени. Я вроде как занят, чувак. Не смейте меня игнорировать! Я сказал дуэль! Или мне стоит разнести все это место при помощи моего сильнейшего ветра? Удачи вам обоим. Ты нарвался на меня не в тот день, мелюзга! Тебе меня не запугать! Я предупредил тебя, гадкий цыпленок! Помогите! О, простите меня.